И это все точно не для нас. Потому что проект, он, знаете, такой неприметный, что-то Мордор ролеплей, как будто кого-то туда заточили. Он там сидит, думает, а ну, во-первых, это полные приколы двухлетней, трехлетней, четырехлетней давности. Все хотят, наверное, я там, не знаю, повеселиться, может быть. Вылезали чудовища, вот эти вот все, как из Дока 2 трейд, как из Дока 2, как из вот этих вот всех кишков, всего прочего. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Приветствую вас всех. Надеюсь, что вы уже успели отойти от моего вот предыдущего 18-минутного практически видеоролика, в котором я рассказал о том, что вот я ошибся, вот я сделал то, потом мне за это все стыдно. Мне написал СК Мейсон, я там с ним поговорил, сделал вот эти вот все прочие вещи. И по итогу, да, поэтому, если вы его уже смотрели и вам понравилось, то все отлично, ничего делать не надо. А если вы его уже смотрели и вам не понравилось, то в принципе тоже вы имеете право на все это. А если вы еще его не смотрели и даже не знаете, что там с ним такое будет, то посмотрите, это первый ролик больше 10 минут, по-моему, за весь 2020 год. Я могу ошибаться, но хотя нет, в 2020 году все-таки выходили самп-обзоры, которые вам, кстати, нужно посмотреть, если вы до сих пор их еще не видели, потому что уже все посмотрели, а вы до сих пор там сидите, думаете, там посмотреть обзор, там не посмотреть обзор, что-то вот это вот там сделать. Не надо такого делать. Нужно вот просто делать только одно. И вообще нужно вообще хоть что-то делать в этой жизни. И это, допустим, смотреть сам по обзору, либо смотреть какие-то прочие вещи. Но тут уже, знаете ли, на ваше усмотрение, на вашу фантазию и на ваш, там, я не знаю, объем возможных сил. Потому что кому-то смотреть там какие-нибудь двухчасовые, трехчасовые видеоролики и вообще все прочее, это очень сложно, это непонятно, это неприятно. И поэтому они сидят такие, думают, да не, да мы смотреть не будем, да это долго, да это вот все вот это прочее. Поэтому не нужно, это все не надо и это все точно не для нас. Так вот, сегодня я как игровой журналист, я как, во-первых, самповский журналист, я как, во-вторых, КРМП GTA журналист, я как МТА журналист, Android тоже МТА, наверное, ну и просто МТА, да и вообще, я журналист. Самповский, GTA-шный, называйте меня как хотите, можно даже назвать меня Мессией, или, ну, это не важно, не важно абсолютно. Так вот, сегодня у нас, знаете ли, такая заманчивая новость с проекта, который я не обсуждал давно, возможно, вообще, кстати, никогда. Я точно не помню, потому что проект, он, знаете, такой неприметный, что-то Мордор ролеплей, как будто кого-то туда заточили, он там сидит, думает, вот как бы мне там сделать то, вот как бы мне там сделать это, и ничего более он не делает. Не так давно у Мордор ролеплей вышло новое обновление, даже не обновление, а некий таинственный портал, и в Life Mobile написали, мол, как думаете, много оттуда повылезает чудовищ? А ну, во-первых, это полный непрофессионализм, потому что какие чудовища в GTA Сэмпе, что вообще, о чем тут можно говорить? Ясен пень, что вот этот вот весь портал, вот эти вот все прочие клыки смерти, вот эти вот все когти, вот эти все прочие вещи, логично, что это отсылка на что? На Fortnite. Многие, знаете ли, эксперты в комментариях уже пишут, да нет, да ты чего, да это явная отсылка на Доку 2, игру, в которой можно там, знаете, вытаскивать кишки, там, знаете, покупать оружие, это Дока 2 3, ладно, я извиняюсь за вот эти вот приколы двухлетней, трехлетней, четырехлетней давности, но нужно как-то было разнообразить все это, потому что постоянно вот так серьезно все это вести, говорить, мол, вот, на одном сервере вышло то, на другом проекте там, я не знаю, открылся новый сервер, на четвертом там произошло вот это вот все прочее. Кому все это нужно, если все ждут чего-то такого интересного, чего-то такого веселого, все хотят, наверное, я там, не знаю, повеселиться, может быть, может испытать какой-то экстрим, может быть, я не знаю, там, возможно, посмеяться от каких-то моих вот этих вот видеороликов, но, разумеется, смеяться от моих роликов можно только, если вы смотрите сам обзор, от всего остального но можно разве что там, знаете, вот этот вот модный словарь ваш, вот, молодежный, кринжовать, да, и а более ничего делать нельзя. Так вот, Мордор ролеплей выпустили вот эти свои, знаете, райские ворота, вот эти вот ворота сатаны, вот это вот все прочие вещи, и вообще в целом мне не интересно все это. Мне было бы это неинтересно, если бы не комментаторы, потому что комментаторы, ох уж они в самом деле, как обычно, пишут всякую залупу, всякую хуйню, пургу нагоняют просто. Ты сидишь, думаешь, чуваки, но так же нельзя.
Ну чё уж вы в самом деле, ну вот как можно вот нечто подобное вообще, где вы чё дураки? Не, ну вы дураки, вы дебилы там и так далее. Потому что все пишут типа, ой, и это на РП сервере, ой, и это на РП проекте. Да, долбоёбы, это на РП проекте, потому что хоть что-то интересное, хоть что-то занимательное, хоть немного должно быть на проектах, и если для этого нужно соорудить портал, чтобы оттуда какие-то, я там не знаю, то вылезали чудовища, вот эти вот все, как из Дока 2 трейд, как из Дока 2, как из вот этих вот всех кишков, всего прочего. Если это нужно, то пусть они всем этим руководствуются, пусть они все это делают, пусть все будет вот так, как они хотят, потому что лично мне вообще похуй. Типа, реально, это хоть что-то, интересно, хоть что-то, что можно обсудить. Нет, долбоебы, как обычно пишут, ой, рулиплей, ой, то. Притом, они сами ненавидят уже этот рулиплей, у них он уже, я там не знаю, в гландах сидит, по самой гланды уже, сука, залез, и непонятно, что с ним делать-то в самом деле. Что это рулиплей, блядь, да он нахуй никому не нужен, ваш рулиплей. Мы, блядь, не в 2013 году, и уж как играть в GTA сам, мы разберемся без вот этих вот всех рулиплейных серверов, потому что они нахуй не нужны. Кто считает точно так же, ставьте дизлайк под данный видеоролик. Кто не считает так же, ставьте лайк под данный видеоролик. Я вас обхитрил вообще как дебилов, как дурачков, потому что дебилы и дауны, и идиоты полнейшие, они до этого момента не досмотрят, поставят дизлайк и не будут знать, что тем самым они согласились с моей позицией. Вот так вот, да. То есть я их вообще обхитрил дичайшим способом. Такие они долбоебы и дебилы и дауны. И этот ролик вот был создан, вообще озвучен мной, из моего плотного графика вот все это выбилось, для того, чтобы просто потроллить всех этих дебилов, которые такие типа напишут в комментарии, ой, да ты еще до рулиплей, вот на рулиплее у меня там, знаешь, дед играл, у меня бабка уже там, знаешь, покойная или около покойная играла, да, и все было нормально, а ты тут пришел и говоришь, что нет, чуваки, не надо, то есть на рулиплее играть не надо, а как мне-то, я-то сам понимаешь, ЮЦП проходил, да, жопу рвал, может быть, я его даже купил там, я не знаю, за 100 рублей, может быть, за 35 рублей у какого-то дебила и долбоеба, и все, а больше-то мне ничего и не надо было, ну и все, как бы на этом все, разумеется, у людей закончилось. Однако, я думаю, что мы не должны останавливаться на достигнутом, поэтому добавляйте меня в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, на мой Инстаграм, становитесь спонсорами моего канала и будете смотреть сюжеты, в том числе и самп-обзоры, самыми первыми. Для того, чтобы все это сделать, можно оформить подписку даже за 50 рублей, по-моему, она там есть, насколько я могу все это знать. Оформляйте подписку за 50 рублей, смотрите сюжеты, в том числе самые высококачественные самп-обзоры, самым первым. Оформляйте, все будет круто, все будет классно, и там, знаете ли, премьеры вот этих вот всех роликов, они могут быть даже за 10 часов до официального релиза у обычных крепостных, у обычных крестьян, у обычных вот этих вот всех прочих людей. Поэтому, если вам все это интересно, то нажимаете кнопочку спонсировать, или там, я не знаю, где-нибудь, и еще ссылочку находите, все это нажимаете, все это делаете, и на этом все, разумеется, заканчивается. А я, кстати, играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Заходите, регистрируйтесь и играйте на проекте Arizona RP на сервере Phoenix вместе со мной. Возможно, вы меня там встретите, возможно, у вас будут еще какие-то прочие вещи, поэтому заходите и там, разумеется, все это делайте. Кстати, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, там публикуется или будет публиковаться, во всяком случае, когда там, знаете, в будущем вся эксклюзивная информация касательно моего канала и прочих вещей. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика, хотя за что. И всем, разумеется, до свидания. Да.